девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. Что это ты делаешь? Я рисую для тебя домик. Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. Что я там буду делать? Будешь печку топить, кашу варить. А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко. Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре. А где я буду гулять? Вот тут. Это будет сад. Какой же это сад? Тут ничего нет. Подожди, здесь огород. Вот яблоня с яблоками. Вот тебе клумба с цветами. Мур, мур. Это хорошо. А где я буду рыбку ловить? Вот здесь. А птички будут? Будут. Вот петушок. Вот тебе курочка. Вот гусь. А мышки там будут в домике? Мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить? Его будет сторожить? Будет сторожить вот этот Бобик. Не нравится мне твой домик. Не хочу я там жить. Вот какая капризная кошка. Будто ее обидели.